бульдозера пшеницу. По первому уборочному дню, который вчера был, вроде бы, есть надежда, что мы все-таки получим здесь урожай не менее 30 центнеров гектара. Но сложности опять заключаются в том, что зерно повышенной влажности. Влажность была вчера было 28%, сегодня снизила где-то 26-24%. Но это, естественно, влечет за собой повышенный расход теплоносителя для сушки зерна до кондиционной влажности. Погода в этом году удалась достаточно сложная. У нас затянулась посевная, у нас непростая климатическая обстановка была летом, но тем не менее зерновые созрели, и на сегодняшний день зерноуборочные комбайны вышли в поле. Урожайность в этом году несколько меньше, чем в прошлом. Пока порядка 19-20 центнеров с гектара. Но мы ждем, когда к уборке приступят хозяйства остальных районов. И, соответственно, по осени уже подведем общий итог.